В Сургуте возле крупного торгового центра горела фура. Пожар случился в воскресенье вечером прямо на парковке. В кабине многотонного МАЗа находились водитель и пассажир. В какой-то момент они почувствовали запах дыма. Оказалось, что огнем был объят двигатель. Очевидцы вызвали пожарных. К счастью, никто не пострадал. Как удалось выяснить, предварительной причиной пожара стало замыкание проводки в двигателе. Сам водитель отмечает, что ранее проблем с этим автомобилем не возникало. Через несколько дней машина должна была уезжать с грузом в Дагестан. Но, похоже, теперь рейс придется перенести. Кабине МАЗа требуется капитальный ремонт.